Ассалаумағалейкум алтынан ардақты, күмістен салмақты Аскар Тауда екелер тоғысай құтты бақан аналар. Нет-нет, друзья, вы не на то, и вы на шоу «Тест на казаха». Это шоу, где мы зовем интересных, популярных гостей и играем с ними в конкурсы, связанные с казахским языком и с казахским менталитетом. И самое главное, с юмором. С вами по-прежнему человек, который недавно пытался развести с гаишником фразой «Ага, казак пузгой», и это в Новосибирске. Это я, Евгений Шворнев. Если вы готовы, мы начинаем. Точнее, без бастаймас. Кеттак. Ну что же, а я рад представить вам гостя, который сегодня откликнулся и понял меня и на казахском, и на русском, и пришел ко мне в студию. Друзья, сегодня человек, который говорит нам о ЖКХ, рассказывает, где сегодня открыт люк и почему он открыт, а также рассказывает, почему в парках наши горожане бросают мусор, но когда она улыбается, это все пропадает и становится легче жить, поэтому с удовольствием рад представить жүргізуші телеканала «Ертес» Вероника Вишневская. Привет, Вероника. Тут много аплодисментов, типа мы в большой студии сидим. Да, невидимых аплодисментов. Да, еще я хотел сказать, что ты мать двух прекрасных джигитов, на которых я подписан. У них есть уже странички или ты еще? Нет, да, вы на меня подписаны и только от меня. Ну, можно там смотреть, в принципе, да, это их, в принципе, Инстаграм. Но я не ради детей, ничего не подумайте такого. Ну что же, Вероника, добро пожаловать в нашу студию, добро пожаловать. А, сен казахша сөйлесің ба? Сөйлеймін. Әрине, әрине. Все, бол. Тест на казаха, мы играем с тобой, проверяем, у нас есть разные конкурсы, я думаю, у тебя все получится, тем более, что с первых слов понятно, что ты отлично разговариваешь, наверное, но мы сейчас проверим. Да, я, если честно, очень сильно волнуюсь, потому что, ну, я вообще очень была рада, что вы пригласили меня на это шоу просто, ваше. Я подписана в Инстаграме, все да, просто. Ну, попробуем. Попробуем. Ну что же, желаю вам удачи. Сателек Лемин. Рахмет. Куда, в какую? Давайте вот. Давайте. Кеттік. 3-4. Кеттік. Итак, я хотел напомнить перед тем, как мы начнем, что у вас есть две подсказки. Первая – это звонок другу, братишке, сестренке, маме. В общем, кто возьмет телефон, скажем так. И помощь нашего словаря. Вот. Вы можете воспользоваться в любой момент. Последний раз в 11 классе пользовалась, когда готовилась на ЕНТ. Уят я место. Шучу. Ну вот, и можно, так сказать, повторить и еще раз. Просто потом я уже, в принципе, знала его в совершенстве. 30 000 слов вы легко освоили, да? Почти. Отлично. Ну, мы переходим к нашему первому раунду, который называется «Көпсіз, бөксіз». Ну что же, первый раунд, который называется «Көпсіз, бөксіз». Я предлагаю тебе букву. Согласно этой букве мы будем играть с тобой с помощью этих часов в нашу игру. Букву, которую я тебе предложу, ты называешь либо казахскую слабость, ту слабость, без которой не может обойтись ни один казах, либо любое казахское слово. Естественно, согласно этой букве. У нас есть ровно минута. Если знаешь букву ты будешь знать. Если знаешь слово, нажимаешь по часам. Если знаешь слабость, тоже нажимаешь по часам. Дайын сындарма? Дайын. Итак, сегодня тебе выпала буква «С». Буква «С». «С». Слабость. Слабость. Отличное начало. Можешь бить по часам. Сөз. Сөз. Салем. Саляматсыз ба? Скриптонит. Ни один казах не может обойтись без скриптонита, все его любят слушать. Ну, тогда Сабуров. Интересно. Я думаю, что каждый казах тоже любит Сабурова. Ну, лично я его обожаю. Ну, все, а то мне чуть неудобно. Тогда сериалы. Все любят сериалы, все их смотрят. Куда без них? Салмал. Салмал, отличное слово. Саркыт. Так. Время еще есть, в принципе. Сабыр. Модное слово сейчас. Сабыр. Почти как Сабуров. Ну ладно. Тогда сабес. Ну. Сыра. Полторашка или трехлитражка? Отлично, отлично. Сир. Точно, 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 да. Ну? Сара. Сара, сара. Мемба? Да. Сара, сара. Сары сбила меня немножечко. Так, так, так. Я извиняюсь, конечно, но это еще одна слабость, наверное, мужчин. Не знаю, как у вас. Стриптиз. Ага. Тогда соубол. Тохташ, тохташ, тохташ. Дай мне подумать, дай мне подумать. Сотка. Сотка, ну, Samsung. Нет, мне кажется, iPhone. У казахов больше iPhone. Так, 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 так. Ты победила. Сдаюсь. Спасибо. Ну что же, можешь смело брать один курт в свою копилку, выбирай побольше. Выбирай побольше. Побольше. Ну, это же прошло. Почему ты так думаешь, Вероника? Почему ты думаешь? У меня мама всю ночь не спала, накатывала, делала. Татьяна Петровна, спасибо. Она только вчера узнала рецепт этого, но ничего страшного. Поздравляю тебя, отличное начало. Переходим. Или мне надо было сюда? Да, куда тебе удобно? Ну, положи лучше сюда, чтобы нашим зрителям было видно, сколько ты сегодня съешь курта. А мы двигаемся далее. Поехали. Жалкост Рамос. Ну что ж, Вероник, поздравляю, пока один курт в твоей копилке, скажем так, да. Мы переходим к... Алакай. То шапалак до стар, надо вот так говорить. Алакай, алакай. Переходим к следующему раунду, который называется «Я не понимаю, но разговариваю». Это я. Нет, на самом деле, меня дарит с ним. Все, джаксу, джаксу. Итак, рассказываю о правилах этого раунда. Я понимаю, но не разговариваю. Мы записали иностранцев, которым скинули текст на казахском, на латинице. И вот они без подготовки, без чего-либо написали тебе аудиосообщение. Прямо они в твой адрес адресованы, поэтому можешь какие-то для себя отмечать слова, может быть, что-то поймешь, может быть, какой-то... Ладно, не буду с ним подсказывать, а то он сразу все догадается, хотя там будет очень тяжело. Ну что же, если, Вероника, ты готова, я тебе попробую поставить первое сообщение, которое тебе отправил Дэвид. Он из Нью-Йорка. Дэвид, я надеюсь, ты нормально говорил. Все, казахша сулес, да? Давай послушаем первое сообщение. Поехали. Дэвид. Айш. Салем, кешесени, теледидардан кордим, сен сондай сулу назик, коркем, сумбату, жанюнь, жуньян, whatever. Фигурани от Экен. Салем. Все, да. Ну что же, давай начнем. Что поняла? Дэвид молодец. Дэвид нормально, да? Дэвид вообще красавчик. Акцент джоккой, да, похоже? Джокко, да. Вообще. Итак. Ну давай, что запомнила? Дэвид говорит, так, я видел, говорит, вас что-то там типа по телевизору. Теледидар, я? Да. Ага. Вы Назак, да, настоящая, что там красавица, вроде как Сулу. Сулу, да. Батыжас. Почему я подсказываю? Да, там что-то, ну вот вы прекрасная, что-то там прекрасное. В конце что было? Ад фигура у вас. Фигура нас ад векен. Да. Знаешь, как переводится? Огонь типа. Да. Вообще, на самом деле, переводится фигура как лошадь. Но Дэвид об этом не знал, Вероника. Но это чисто комплимент. Я думаю, Дэвид имел в виду, что фигура огонь. Ну что же, Вероника, отличный слух, ты просто идеально справилась, все поняла. Друзья, вы внизу нашего экрана можете видеть предложение целиком. Запоминайте эти комплименты любой девушки, не только Вероники. Если хотите от Дэвида, я могу вам переслать аудиосообщение. Отлично, Вероник, давай послушаем второе, оно немножко интереснее, надеюсь, ты с ним справишься. Готово? Салем, Вероника, сидим. Оу, щит. Кангатан дирим мандиктари ниндзян. Жанья чан-чан-чан-чан-чан-чан. Кори алдамин. Салем, Вероника. у меня будет второй раз. Хочешь? Можем, да, можем. Давай, давай. Салем, Вероника, сидим. Давай еще раз я нормально поставлю. Итак, все-таки хочешь еще раз, да, насладиться этим? Там есть и английское слово. Там и английское слово, если что. Поехали. Салем, Вероника, сидим. Оу, щит. Кангатандири мандиктари ниндзян. Жанья чан-чан-чан-чан-чан-чан. Кори алдамин. Он имел в виду, что это Корея, нет? Нет. Ну, если он спутал казахов с корейцами или китайцами, уят ему. Но это нет. Давай, ну, ты поняла самое главное слово там. Привет, Вероника. И все. А после «оу щет» там... Ну, такое. Давай, я тебе подскажу. Самое длинное слово в казахском языке. Что-то он имел в виду, мамандахтаран, что нет? Ну, типа... Вот если ты поймешь самое длинное слово, хочешь его еще раз послушать? Да. Давай, давай, прям попробуй. Ну, до него. Как его зовут? Это Дэвид. Это уже другой Дэвид? Нет, нет, это все тот же Дэвид. Если тебе удобнее запомнить, Дэвики его. Давай, поехали. Ущит. Кангатандири мандиктари ниндзян. Поздравляю. Жанья чан-чан-чан-чан-чан-чан. Кори алдамин. Алдамин, что такое? Алдамин. Ну, не смог посмотреть из-за не... Вот. Он не смог посмотреть... Что, как ты думаешь, там, что он не смог посмотреть, вот, зная тебя? Что вот он не смог сегодня посмотреть? Вечером в 19:00 новости, выпуск. Он не смог посмотреть мои выпуски, извини, говорит, наверное. Да, из-за своей неудовлетворенности. Из-за своей неудовлетворенности? Да, да. Он странный, не обращай внимания. Ага. Это же он американец, да, понимаешь? Из-за своей неудовлетворенности там что-то предложение есть? Нет, 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 нет. В принципе, ты сейчас все правильно. В принципе, все правильно перевела. Я просто хочу из нее вытянуть это слово. Это же, она же как бы, ну, ведущая же, да, то есть. Он говорит: «Салем, Вероника, я сегодня не смог посмотреть твой эфир из-за того, что я неудовлетворен». Поди, вчера не смог. Канагат Андерлмагандектарнес Дан, он пытался выиграть это слово. Ну, я тебя поздравляю, отлично, самое длинное слово. Друзья, ну что же, смело, я думаю, можешь засчитывать тебе еще половинку. Сможешь откусить? Если получится, давай, я не против. Мы все будем за этим наблюдать, так сказать, как у тебя это получится. Ну то бери вот маленькую. Я заслужила маленькую. Все, отлично, мы продолжаем, я тебя поздравляю. Мы переходим к нашему следующему раунду, который называется «Сундет, убери лишнее». Ну что же, сундет, убери лишнее. Что здесь, что в этом раунде? Я буду тебе диктовать вопросы, где тебе нужно, друзья, где им нужно найти лишний вариант и убрать его. Поэтому и сундет называется, понимаешь? Сундетойка. Да, почти как сундетойка. Ну, почти, да, почти, но не он. Смотри, всегда есть один лишний вариант. Бывает, что есть все варианты правильные, но я бы на этом не зацикливался. Поэтому, если ты готова, я могу начать с первого вопроса. Кеттік тогда. Какой из предложенных видов игр озымыздыкі емес? Не наш, короче. Да и вообще к играм не относится. Поехали. Вариант Э. Аркан тарту. Вариант Э. Усек айту. Вариант Г. Байге. И вариант Э. Көкпар. Усеки, думаешь? А как среди девчонок же после работы они собираются и прям целое... Ну это же типа игра, там же игры же, да? Да. Ну там просто все игры, көкпар, асык. Где ты там асык? Нет. Усек. Первое. Аркан тарту. Аркан тарту. Это что, кстати? Перетягивание каната. Байге. Ну, байге, как бы, понятно. И көкпар, ну, как бы... Ну, да, это тоже как бы да. Ну, здесь... Как бы да. Как бы да, я не знаю, но как бы понятно, да. Ну, все мы знаем, друзья, чего уж там греха говорить. Но самое главное, что ответили правильно. Вероника, поздравляю тебя. Это а то я уже засомневалась, я думаю, неужто... Ты думаешь, будет так все легко? Думаешь, я сразу, да, конечно, правильно, поехали дальше. Нет, нет, я буду тебя путать, буду наводить тебя. Честно, засомневалась, думала, неужто я неправильно это ответила. Посмотрим, как ты справишься с следующим вопросом. Поехали. Уберите лишнее слово, которое переводится на казахский. Вариант Э – микроволновая печь. Вариант Э – телефон. Вариант Г – ноутбук. Вариант Э – компьютер. Убрать, которое не переводится. Которое, наоборот, переводится. Да, из этих слов. То есть, как, ну, часто в жизни же слышим в основном компьютер, ноутбук, там, подай мне, там, бершку. Но есть здесь слово, которое переводится, оказывается. А все говорят, ну, на него как вот я говорю. Наверное, микроволновая печь. Назовешь как? Нет, не назову. Но. Просто у нее есть вот это вот на СВЧ, там, типа СВЧ, может быть, оно как-то переводится СВЧ. СВЧ? Как это СВЧ вообще? СВЧ, давай поймем, как оно расшифровывается. Я не смогу. Световычислительные... Нет, чашей, это... что это? Я сейчас просто импровизирую. Нет. Ну, мыслишь правильно, мыслишь правильно. Магнитно что-то там, магнитно. Все, ты зарабатываешь маленький курт, окей. Маленький курт твой. Это почему маленький? Потому что ты не знаешь перевод. Переводится, микроволновая печь переводится как скатолкунда печь. Вот, вот. То есть одно слово там все-таки не переводится, все-таки осталось. Да. И можешь взять большой за прошлый, ну, за прошлый ответ, потому что я тебе забыл подарить его, да. Большой? Хочешь большой, и большой. Поехали, поехали. Последний вопрос в нашем раунде «Сундет». Вот смотри, здесь чуть по-другому надо будет. Тут не лишнее, тут надо... Вот сейчас поймешь. Предоставьте слово гостям по очередности тостов так, чтобы гости на свадьбе не сказали «уят болт». Вариант А – «худалар». Вариант Э – «нагашлар». Вариант Н – «кластастар». И вариант Г – «аксакалдар». Скажи, как ты уже, ну, уже имела опыт так, с предоставлением? Да, логически сейчас. Давай. Так. Я могу тебе напоминать еще раз. Надо будет первое. Нет, не надо, я запомнила. Слушай, я пошел тогда, получается. Пошел я. Я могу довести. Давай. Значит, наверное, аксакалы, сахудар, потом кудалары. Что у нас третье было? Ну, я сейчас так тебе прям подскажу. Ты все запомнила. Вообще, третий вариант был «кластастар». А, еще один вариант? Еще был «нагашалар». «Нагашалар», да. Так, давай заново. Первый. Да, «аксахалдар», «кудалар», «нагашалар», «кластастар». Уверена? Ну, да. Прям вот 100%. Может быть, «нагашалар» поднять? Или нет. Смотрите, как она начинает метаться. Просто надо разочек сказать ей, ты уверена? Ну, как бы, кудалар, они же как бы тоже... Ну, да, она кудалар, что они там... А генерал кудалар еще есть, извиняюсь. Да, еще вот... Ну, ладно, Вероника, не буду тебя путать, терзать. Я все-таки остановлюсь на вот первом варианте. Я еще раз все-таки скажу, кто возьмет миллион. Вы уверены? Да. И это... Правильная расстановка тостов. Поздравляю, Вероника. Шик. Этот курт тут строго большой. Да. Тут как бы тут прям полный расклад. Поздравляю тебя. Идешь просто супер. Честно говоря, не ожидал, что будет настолько легко. Я в нашей сама игре. Не ожидала. Да, в следующий раз мы подготовимся посильнее. Все-таки я больше же все равно белораша, чем... Белораша? Ты с какой страны, я извиняюсь? Белораша. Просто ты настоящая казашка, поэтому удача сулит тебе в сегодняшней игре. И посмотрим, как ты справишься с нашим последним раундом, который называется «Эн Аудар». Ты снял это? Все, теперь мы продолжаем. Вероника, ты сейчас специально подготовилась к последнему раунду. Чешется нос, это значит, что-то сейчас будет. Вероника, посмотрим. Эн Аудар, все очень просто. Переведи песню. Но, смотри что, я взял популярную российскую песню, перевел ее на казахский. Твоя задача понять, что это за песня. Вообще, любишь российскую эстраду или больше зарубежную эстраду, или я нашу? Патриот, да, я патриот нашей страны, нашей культуры и нашего языка, поэтому... Поэтому кто твой любимый певец? все. Как легко, вообще очень легко, я бы тоже так. Ну, я люблю Беркут и Айшу. Все, отлично, я даже не буду подпевать, а то мы выступим Беркутом и Айшу, честно говоря. Женя и Верониша, вот. Поехали, давай, первая песня. Слушаем. Все готовы? Ты готов? Все знания сейчас так вот, собери их сюда и поехали. Егер сен секс-бомба болсан, мен сапермен. Егер бұл шоу болса, мен режиссер. Менің биле. Это Артур Пешков, нет? Если ты секс-бомба, то я сапер. Да-да-да, если это шоу, да? Шоу. Я режиссер. Потанцуй со мной. Чика, Вероника. А, точно. Ты все-таки Чика, оказывается. Я думал, она ведущая, честно говоря. Ну ладно. Отлично, Вероник, давай здесь. Можешь брать целый, бери целый. Конечно, конечно. Прям еще полностью наизусть. Конечно, если бы у меня было... надо все. Ну, да. Тогда сразу. Потом саркыть все будет, не переживать, Вероник, все нормально. Друзья, я пока напомню, что пока ни одной подсказкой она не воспользовалась, поэтому нагас, все нормально. И последняя песня на сегодня. Тут смотри, наоборот, я взял казахскую песню. Здесь уже не Беркут и Айша, кстати, будет, там другие. И перевел ее на русский. Слушаешь и понимаешь. Вообще, ладно, не буду подсказывать, сейчас это сразу ответит. Надо хоть что-то, хоть как-то урвать, а то кто будет, что останется съемочной группой. Вот это вот. Это же еще там, что останется, я заберу. Мы так пока не договаривались, Ну что же, Вероник, поехали. Читаю. Да, ты крут, но не самый. Да, ты богат, но не самый. Красив, но не самый. Ведь ты не я, ты не я. Ха-ха-ха! Люблю казахстанскую эстраду. Вот, пожалуйста, друзья. Молчит, думает. Так, да. Ты можешь перекидывать на казахский и вспоминать. Вообще, как к современной эстраде относятся? Даю немножечко и наводочки, немножко наводки. Современная эстрада. Да, я сен... Крут. Что? Что это? Нет, наоборот, нет, но не самый. Брак енемес. Все, я сейчас всю песню угадаю. Нет, не надо. Давай, пусть, ну, хоть надо же чуть подумать в этой игре. Тебе просто надо... Что за песня такая? Она такая стильная, там такие стильные... Уже подсказывают, такие у них еще. Текст еще раз можно? Арине, поехали. Да, на казахском или на русском? Шучу. Да, ты крут, но... А тебе так можно было? Можно было, вот замезвучу. Да, ты крут, но не самый. Да, ты богат, но не самый. Красив, но не самый. Ведь ты не я. А ты не я, кстати. Что-то там, немецкий в конце. Давай, если я сейчас на казахском прочитаю, ты отгадаешь, что это за песня, хотя бы что-то тебе достанется. Поехали. Я сен күштісін, бірақ ен емес. Я сен байсын, бірақ ен емес. Әп әдемі, бірақ ен емес. Сен мен емес, сен мен емес. Кто это? Это не Беркут, а Айша сразу. Это бомба, но я не знаю такую песню. Это группа, друзья, вот мы и прощупали. Да. А я думаю, слова знакомые. Ну там, я просто, видишь, если бы я их, как они, блин, меня бы взяли в группу, честно говоря. А так я просто сорвала, понимаешь? Ну, Нәнті Бір, да, и Беркут и Айша, это немножко этот, поэтому я же... Ты все-таки тех годков, получается, все-таки. Ну что же, в любом разе будешь ехать сегодня на новости, хочешь зарядиться. Мне кажется, это самые подходящие слова, чтобы вот так потом выйти, как зачитать им, как рассказать о ЖКХ и т.д. Ну что же, Кутуктаймс, поздравляю, на этом наш тест на казаха заканчивается. Могу с гордостью сказать, что ты отлично справилась, у тебя все получилось, поэтому можешь смело говорить, что ты настоящая казашка. Ты прошла наше испытание. Тебе огромное спасибо и удачи во всем, если получится взять у нас в новости. Не берите, у нас другая программа. Рахмет, рахмет, спасибо за приглашение, очень рада была принять участие. Все, друзья, салболнес, подписывайтесь, там лайкайте. У нас сегодня была Вероника, поэтому, друзья, по-любому подписывайтесь и по-любому комментите. Всем пока, салболнес.